Маленькая лошадка, как бы там ни было, это моя песня. Как он ни крутил, но я маленькая лошадка. Крути, верти, не давай. Я маленькая лошадка, и мне живется не сладко. Навести мою ношу, настанет день, и я ее брошу. Интересно, у тебя есть моменты на сцене, когда ты себя вот пускаешь? Мне хочется плакать. Ну вот как бы так, вообще как бы, вот понесло Кристину, да? Какие-то моменты, что тебя вот этот тумблер включает, что тебя вообще понесло? Знаешь, но есть песни, когда нужно, когда ты чувствуешь, что эта песня должна просто качать. Ну вот, здесь есть особый ритм, и в этом ритме или в этом каче, ну, эта песня, и, в общем-то, есть в этом смысл, понимаешь? А есть песня, в которой смысл есть что-то очень сокровенное. Что-то очень нежное, когда нужно спеть «Kiss me». So kiss me. А есть, когда она «Black hole sun», понимаешь? Да, «Won't you come?» «Black hole sun, won't you come?» Я обожаю кеды. На самом деле себя я чувствую вот джинсы, кеды и майка. Для меня это самый кайф. We don't need no education. Ну, я стараюсь это донести людям. На самом деле в этом и самое важное для артиста. Лучше играть чужую хорошую музыку, чем свою плохую. Потихонечку вышли на нормальный уровень. С приходом Кристины, скажем так, все поменялось радикально. Металлик, даже металлики приехал сюда. Роберто подарил мне футболку. Друг у меня с Америки приехал, смотрел на него какой-то альбом, и там было красивое место, он сам снимал, называется «Выдрово». Каньон большой, «Красные камни», я думаю, броское название, это же шмок, сыграем про... «Красный». Да. «Красный». Обновляется наш сайт redrocks.com.ua. Тут видео, фотки, афиша, информация, любая, какая касается всех нас. Там будет игра покер. Мы работаем на все абсолютно праздники мира, поэтому нас можно приглашать на все праздники мира. В любую страну. В любую страну абсолютно. Главное ваши желания и ваши возможности. Вот и вся комната, ну ты все моя. Я барабанщик, музыкант, изначально вообще был баянист. Ну а вообще ты чем сейчас занимаешься?
только музыка. Музыка, ну и звукорежиссура. Ну, многое зависит от барабанщика, как бы. Моя точка зрения. Потому что барабанщик — это тот человек, который дает ритм и, типа, темп правильной песни. Я, наверное, в душе рокер. Именно что я в детстве играл точно, начиная с гранж, там, такой панк-гранж. Вот, то есть мне в душе нравится эта экспрессия. Кстати, да, начинала я свое творчество на барабанах с чуваками, которые были на 7 лет меня старше, они играли, ну реально такие, это хмельницкие пацаны такие были, еще на голову на две выше меня был такой басист Серега такой. Сейчас он там, по-моему, податковая милиция работает. Вообще, когда я сказал: «Малая, а ты Дисси сможешь сыграть на барабанах?» Я говорю: «Конечно смогу, нифиг делать». Но при этом я не играл на барабанах. И с этого началось. Я говорю: «А сможешь вот так?» «Конечно смогу». Все, и с этого началось. Допустим, 4 месяца. Да. Так, ну, почему это рок? Почему? Потому что совковый рок. Или у меня ассоциация Red, это фильм «Хеллбой» есть такой, там главный персонаж, его зовут Красный. Рыжий. Да, Red. Я сразу, когда меня пригласил Роман, я сразу подумал, что это именно какая-то ассоциация у меня с этим персонажем. «Хеллбой». Оказалось, не «Хеллбой». А просто попсядина. Борода из лёгких. Дорогие друзья, приходите к нам на концерты. Мы исполняем любые желания. И поэтические пошла. Произведения под музыку. Диско, хард-рок, гранж, хаус почти. Лаунж, да. Немножко Шаде, Смус Оперейтор, это, конечно же, моя любимая песня. Рок-н-ролл. Рок-н-ролл, yes, it is. Вы мои поклонники. Для вас играла группа Red Rocks. Приходите к нам, ура! Мы играем кавера.